Номер 245. Постскриптум. Москва. Встречи, изменившие судьбы. Благословение небожителей. Ваше Высочество, чем вы занимаетесь? Вы не должны это делать. Дай сюда метлу. Ау! Бебе, чем так вкусно пахнет? Ты снова что-то готовишь? Да, я назвал это блюдо непорочные фрикадельки. Я попробую. И давай угостим цежуму. Нет! 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 Мой царственный брат хочет меня убить! Лучше пытайте меня, чем кормите этим! Что такое? Приходи в себя. Не обращай внимания. Он просто спит. Им не понравилась моя еда? Может быть, и тебе не стоит ее есть? Они просто устали. Не бери в голову. Я с удовольствием попробую то, что приготовил ГГ. Ваше Высочество, добрый день. Городоначальник Хуа, повелитель ветров. Рад видеть вас. Проходите, проходите. Друг мой, мне нужна ваша помощь. Понимаете, мой брат пропал, и я должен его найти. Но один я никак не смогу, поэтому если вы поможете мне вместе с собирателем цветов под кровавым дождем, я буду очень благодарен. Я помогу вам найти брата, но нужно связаться с Лин Вэнь. Не одолжишь ли мне немного магических сил? Ну что же вы молчали? Я одолжу. Одолжит Сань Лан. Когда ты узнал? Я всегда это знал. Рожденные в один день со столь разной судьбой. Ты тронул то, что непозволительно. Хочешь мстить? Мсти мне. Он не виноват, отпусти его. Лучше забери меня. Молчи и не лезь. Ты решил, что можешь менять судьбы? Решил, что можешь спасти братца и плевать на остальных? Ну вот она, кара. Пора платить по счетам. Исправь ошибку. Нет, нет, я не могу, брат. Есть такие дороги, назад не ведут. На чужом берегу я обрели в стерегу. Паруса обманув, ветер стих навсегда. Плоским зеркалом прости, Нелли, но тебе сейчас нужно уйти. Мы встретимся позже.
Покуда эта красная нить на небе, ты всегда сможешь меня найти и будешь знать. Братец, я приготовил для тебя еще одну порцию непорочных фрикаделек. Убери от меня эту отраву! Ты был прав, Сан-Лан. Я везде тебя найду. Здравствуй, Сэнга. Давно не виделись. Не разговаривай с ним. Мы с ним старые друзья. Ты ведь помнишь? Предложение еще в силе. Сан-Лан, я сам. Ты все так же слаб, Сан-Лан. Есть ощущение, что голос, который каждый раз кричит «Вы самые лучшие», один и тот же.